Все, я оплатила. Ждать неделю, полторы, две. Постараются мне побыстрее привезти. Пока не понимаю. Пока как будто просто деньги утекли. Когда будет на руке, тогда пойму. Я переезжала в Сити не из-за того, что это Сити, типа я крутая, у меня там вид на небоскребы. Я переезжала в Сити, потому что мне важно было найти новое окружение. Для меня это было на первом месте. И важно было, чтобы цена мне подходила, потому что у меня еще паркинг плюс 30 тысяч рублей. То есть я бы, в принципе, могла снять повыше квартиру за 210, но я бы осталась без паркинга, потому что я поставила себе сумму, которую я могу потратить на свое жилье в месяц, это где-то 200-210 тысяч. Еще мне нужны были апартаменты, чтобы меня пустили с моим котом и чтобы я смогла поставить свой телевизор. Во многих апартах висят телевизоры, то есть их уже со стены не снимешь. Либо у них нет подставки, чтобы я поставила свой телевизор. Плюсом из Сити вывозить ценности, которые находятся в апартаментах, нельзя. А тут мне на все пошли на уступки. Еще я сказала, что мне нужны апартаменты именно в эту сторону. Мне говорит эта девочка, ну там же вот эти здания. Я говорю, меня не колышат эти здания. Я хотела, чтобы у меня был чистый вид, в плане, типа, у меня не было дом в дом, чтобы у меня другая башня в меня не смотрела, чтобы я все время ходила с закрытыми шторами и не могла ходить там в трусах, в маечке, по своему дому. Мне нравится такой вид. Плюсом у меня вот тут вот закаты. Я очень хотела закаты. Я эти закаты получила. И то, что для другого человека может казаться, фу, ей не повезло, для меня это, блин, мне так повезло, у меня такие классные апартаменты, у меня такой классный вид. Вот вы понимаете, это оценочное суждение, так нельзя по жизни оценивать людей, исходя только из своего опыта, только из-за своего вкуса. И еще говорить это так, будто бы, ну просто это звучало так, что я даже жалею о том, что я тут живу, я не жалею, у меня охеренный ремонт, у меня просто вместительные апартаменты, у меня куча шкафов, это тоже было важно. Но вот, к сожалению, некоторые пускают такие слухи, вот. Просто можно что-то сказать, типа, вот по моему мнению, я бы в таких не смогла, мне такое не нравится. Либо сказать, ой, фу, ей не повезло. Ну, понимаете, это вообще по-разному звучит, и по-разному слухи разносятся. Типа, как будто бы, вот я такая хотела жить в Сити, на последние бабки сняла с херовым видом совсем, но лишь бы вот в Сити жить. Нет, я сняла, потому что я хотела новых друзей, новое окружение, которое не сплетничает, которое умеет общаться, которое учит меня не осуждать других, потому что во мне тоже это есть, было, и это очень сильно я в себе тренирую. То есть с девчонками, с которыми я общаюсь, мы не сплетничаем, мы говорим о будущем, мы не говорим о других. Мы можем, типа, обсудить, но не со стороны говна. Все просто сходят с ума от моих ресниц. Я на кончики вот сюда наклеила реснички. Вот это кончики, это я наклеила. А так у меня тушь, где она? А, вот. Купила такую. Баштуми. Но, девочки, поймите, что от туши немногое зависит. Многое зависит от ваших ресниц. Мне как никогда нравится стоять боком, потому что там не плоско. Вот реально очень люблю свою фигуру. Огромное спасибо боксу. Типа вот мне не нравится ходить в зал, качаться. Вот бокс — это топ. Я благодаря боксу смогла набрать мышечную массу.